На премьерное представление в цирк приехали и особые зрители – 25 детей с ограниченными возможностями. Вместе с родителями они получили массу положительных эмоций от выступления артистов. Билеты для них были бесплатными, и их приобрели в рамках областной программы «Мир равных возможностей». Цирк, хочешь поехать? Нет. Тигров будешь смотреть? Володя Дементьев в предвкушении. Осталось дождаться специального транспорта. У мальчика ДЦП и перемещаться по городу в инвалидной коляске – настоящая проблема. Так что соцтакси – это выход. Это очень удобно. И вот с коляской никуда никак не залезть. А социальное такси ей помогает всегда. Все всегда удобно. Специально оборудовано, специально приезжает, забирает, отвозит, привозит. Все как положено. Символическая сумма – 97 рублей в любую точку города. Заказывать машину нужно заранее в центре участия по телефону 70-23-28. «Газель» оборудована подъемником. Дорога для Володи оказалась быстрой и безопасной.